Друзья, привет! Приехали опять на эту ферму, где были последний раз. Вот здесь мы закончили. Сейчас пойдем в ту сторону. Там овраги, тоже полазим по ним, посмотрим. Потом, может быть, вот по тому овражку пройдемся вокруг вот этого поля. Все, смотрим, что найдем, покажем. Вот, ребят, нашли уже немного металла. Приблизительно столько же уже отнес в машину. Плюс там труба со скотой. Ну, такая не толстая, но тяжелая, оцинкованная. Но уже где-то под полтишок. Вон там брат что-то копает. Что-то еще. Наверное, труба под кочку прямо идет. Угу. Труба. Вот такая же, как и там. Там, по-моему, еще что-то чиркало. От проволоку убрашил. Вот такая решетка. Перекладины литые. Все, копаем вот, ребят, дальше. Наши такие трубы. Сейчас я вот эту и вот эту трубу распилю, а вот эту мы оставим для рычага, если что большое выдергивать. Все, смотрим. Вот, ребят, первая поилка сегодня. Такая килограмм 6, потому что она тяжелая и с крепежом. Правда, нет язычка. Плюс уголочек. Нормально. Металл потихоньку идет. Вот в салоне уже труп накопали. Лемех там один где-то есть. Фу, коп идет. Смотрим. Вот, друзья, походили здесь на пятачке небольшом. Вот результат. Трубы оцинкованные, хорошие такие, тяжеленькие. Поилка одна целая, одна не целая. Вот уголок хороший, труба. Вот пластинка, это алюминий. Ну и так вот, мелочевка, жесть. Ну, как так. Копаем дальше. Ребят, у нас обед. Вот набрали жести. Особо немного. Вон брат трубу пилит. И вот в салоне. В основном трубы. Поилок. Сколько? 3 штуки, по-моему, нашли. Ну, в общем, металла пока не особо много, килограмм, может, 200, а то, может, и нет, может, 150. Сейчас пообедаем, пойдем дальше. Туда вот пойдем. Здесь вот сейчас ходим. Металла мало, отдача небольшая. Сейчас там по низам походим, может, там снизу все валяется. Смотрим, что найдем, покажем. Ребят, ну все, мы коп закончили. Едем сейчас на приемку. Так, у нас в салоне в основном трубы. Штук 10 поилок.
Фу, коп сегодня был тяжелый, металла мало, здесь полный багажник жести. В общем, включусь на приемке. Сразу пойдем тут вот по краю поля. Ферма кончилась, металла мало, все выбито. Вон на крыше клык от сеноукладчика. Ну все, включусь на приемке. Ребят, ну все, сдались. Полная загрузка была тонна 520, пустые тонна 60. Итого получилось 460 килограмм. По деньгам 10-150. Что цена? 22? Я не знаю, сейчас посчитаю. Офигеть, блядь. У него вот вывески нет, дай телефон. Цена, нет. В общем, у них там написано 22, но не знаю, в прошлый раз сдавали, был у них тоже 22 было написано. Но цена была 23. Ну, в общем, все. На сегодня все, ребят. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. До новых встреч в новых видосах.